Долгожданная выставка «Сегодня это мы» наконец открылась для зрителей. Ее участники – молодые и креативные, талантливые и неординарные мастера кисти. Это как уже известные в городе над Бугом художники Татьяна Потворова, сестры Мария и Анна Редько, так и новые имена. Юрий Стылецкий, знакомый брестской публике своим участием в музыкальной группе «Дай дорогу», Владимир Плюмбум и Миловрат Палачич. По достоинству оценив выставку, маститые художники отмечают, что молодые мастера кисти призваны внести свою неповторимую художественную нотку в современное изобразительное искусство. И, возможно, вскоре труднопонятное многим образы станут общедоступными. Они не могут без живописи, они не могут без искусства. И они тянутся, и они живут. Это их, будем говорить, какой-то срез. Они не только в фейсбуках, там все прочее, да, и в музыке. Но они тоже, они за мольбертом. На необычном творческом вернисаже представлено более 100 работ молодых художников Брещины. Количество техник, использованных для создания полотен, также велико. Живопись на холсте маслом, акварель, батик, керамика. Полотна представляют разные жанры и разные сюжеты. Натюрморты и этюды, портреты и пейзажи. Каждый участник постарался внести своим творчеством в экспозицию новую изысканную нотку. В отличие от предыдущих выставок, экспозиция «Сегодня это мы» дала возможность художникам представить несколько работ. Молодые мастера кисти уверены, что подобные экспозиции помогают им находить новые сюжеты и образы, дают возможность лично услышать мнение о своем творчестве, и кроме того, это отличный способ создавать новые проекты и тандемы. Собрались абсолютно прекрасные, замечательные художники на выставке. Я невероятно счастлива выставляться, то есть я, в принципе, участвую в каждой молодежной выставке, которая проходит здесь зимой, каждый год, вот. Но это поистине собрало такой прекрасный состав. Организаторов удивил огромный поток желающих ознакомиться с работами молодых художников. Как отмечают сами мастера кисти, они рады, что все больше и больше людей желают приобщиться к творчеству. Экспозиция будет открыта для брещан и гостей города над Бугом до середины февраля. А это значит, что еще есть время, чтобы найти себе творческого кумира, познакомиться поближе с брестскими мастерами кисти и отличная возможность прикоснуться к тайнам изобразительного искусства.